Жертва шашки – это очень важный компонент игры в партии, встречается достаточно часто. Особенно часто это встречается ближе к эндшпилю. Почему? Шашки сходятся, комбинации провести сложно, этих колонок нету, но надо каким-то образом доиграть партию, и, как правило, для этого используются жертвы. Для чего они бывают? Бывают жертвы для прорыва, бывают жертвы для каких-то использования слабостей в стане соперника. Вот. И бывает жертва от безысходности, когда, допустим, позиция связана, ходить некуда, надо пожертвовать. Хорошо, если взамен будет какая-то компенсация. Ну, давайте рассмотрим вот эту простую позицию, которая достаточно часто встречается. Она ничейная, видите, в конце сошлись шашки. Да, и белым надо куда-то ходить, в дамке путь закрыт. Для того, чтобы спастись, белые жертвуют шашку. Причем, как правило, это крайняя шашка. Да, то есть они отвлекают шашку черных на борт. Видите, теперь одна шашка держит две. Вот, и устремляются своей шашкой в дамки. Бегут. Черные бегут. Белые бегут. Теперь вопрос. Для того, чтобы черным выиграть, им надо провести две шашки в дамки. А они держатся шашкой c3. Если черные эту шашку пытаются убрать, чтобы она ушла, белые в ответ жертвует еще одну шашку и занимает большую дорогу. И как мы с вами знаем, если дамка белых находится на большой дороге, а у черных 3 единицы, да, это может быть даже 3 дамки, вот, позиция становится ничейной. Вот, белые вот в этой позиции, в котором надо было что-то отдавать, да, то есть единственными ходами с помощью жертвы шашки добились ничьей. Давайте разберем еще один пример. Видите, здесь мы добавили по одной шашке, но белые тоже испытывают определенные сложности для того, чтобы добиться ничьей. Здесь уже жертва шашки и пробег может не привести к ничьей. Если белые походят сюда, то после нападения достаточно сложная позиция возникает, когда надо отдать шашку, пойти сюда и с помощью жертвы пытаться сыграть в ничью в этом окончании. Видите, окончание ничейное, но от белых потребуется определенная точность. Да, ведь у черных 3 единицы, они пытаются прорваться в дамки и так далее. Чтобы все эти варианты не возникали, и сложности у белых не были такими большими, проще всего в начальной позиции отдать шашку. И видите, мы видим аналогичную ситуацию, как в прошлый раз. Белые, две белые стоят напротив двух черных. Шашка c3 держит шашки а3 и а5. После нападения белые устремляются на большую дорогу. И финал такой же, как мы видели в прошлом примере. Белые добиваются ничьи с помощью жертвы шашки. Теперь давайте рассмотрим пару примеров, которые белые могут выиграть. Вот такую позицию мы с вами рассмотрим. Она встретилась в одной из партий. И смотрите, у белых 4 единицы, у черных 4 единицы. Черные хотят пойти на d6, проатаковать шашку, прорваться в дамки. План белых — выиграть с помощью жертвы шашки. Достигают они его следующим образом. То есть белые вторгаются. Теперь смотрите, если черные пойдут шашкой а5, то просто у них не будет ходов. Вынуждены они пойти шашкой c5, других ходов у них нет. И теперь белые с помощью жертвы шашки осуществляют выигрыш. Смотрите. Отдали и связали. То есть эта жертва шашки была предназначена для того, чтобы шашки черных оказались в связке.
возможностей ходов нету, и две шашки выигрывает у трех. Достаточно красивая позиция с жертвой, которая привела к победе. Давайте рассмотрим еще один пример, тоже позиция из практики, в которой кажется, что какая тут жертва может быть, но тем не менее белые выигрывают с помощью жертв в этой позиции. У черных 4 шашки, они собираются прорваться в дамки. Белые этому препятствуют. Очень важно наличие у белых разменов. То есть и у черных тоже размен стоит, но для белых это крайне важно. Смотрите, что происходит. Белые размениваются. И теперь, если черные пойдут сюда, то получится простая позиция. Жертва шашки тут не помогает, потому что в этом эндшпиле белые выиграют, проведя две дамки. Как играть черным? Если они поменяются на e5, то белые тоже поменяются и займут оппозицию. Видите, с выигрышем. Поэтому черные хотят провести вот такой план. Они идут вперед, белые поменялись и ходят сюда. Видите, теперь, если белые побегут в дамке, то и черная шашка f6 в дамке пробегут и сыграют ничью. Но у белых находится выигрыш с помощью жертвы шашки. Смотрите, белые нападают и на отход отдают шашку и занимают усиленную позицию. Видите? Отдавать черным некуда, а после хода сюда шашка выходит на f6 и успешно справляется с двумя шашками черных, одерживая победу. Как я уже говорил, жертвы шашек очень часто встречаются в практических партиях, особенно ближе к окончанию. И надо обращать внимание на то, что как их провести. Вот один из примеров, это позиция, которая недавно встретилась на чемпионате Беларуси. Я играл черными, белыми играл международный мастер Сергей Садовский. Доигрались до такой позиции. Эти черные хотят разменять шашку c5 и сыграть на отсталую шашку h2. В ответ на что у белых нашелся отличный план с жертвой шашки. Смотрите, что произошло. Белые ушли. Ход на d6 вынуждены. Теперь, казалось бы, проблем у черных никаких нету. На проход в дамке они просто отойдут, потом ударят по полю d3. И даже выиграют эту позицию. Если белые уйдут на борт, опять слабое поле e3 организовывается. Но в партии Сергей провел блестящий план. Белые сыграли hg3. Смотрите, что происходит. Черные могут напасть и забрать шашку. И это, в принципе, единственный ответ. Почему? Потому что после хода на e5 белые просто пойдут в дамки и выиграют. Видите? Сюда пошли, жертвы никакой нету, дамка держит. А если пойдет сюда, то следует аттракцион невиданной щедрости. Белые отдают дамку, сбивают две шашки и побеждают. Ну, давайте вернемся вот к этой позиции после hg3. В партии черным удалось сделать ничью. Смотрите. То есть они попадаются на жертву. Отдавать шашку надо. И белые поменялись. Смотрите, за пожертвованную шашку белые заняли активный пункт c5. Нейтрализовали три шашки черных своими двумя. Отдавать тут бесполезно. А еще там лишняя шашка на e1. Ход черных вынужден. Белые ходят. Теперь если черные нападут, то белые выиграют. Слава богу для меня, так как я играл черными, нашлась контр-жертва. Белые, черные отдали и побежали. Смысл этой жертвы в следующем. Черные хотят прибежать на e5 и забрать шашку g3. После чего позиция станет ничейной. Избежать этой угрозы белые не могут. То есть, если они поставят дамку, все равно ходим на e5. Да? Видите, тут даже белые проиграют. А после хода там прям d3, подошли, дамку ставить надо, черная забирает шашку, и партия закончилась в ничью. Вот очень хороший пример удачной жертвы. Сначала белые предложили жертву, видите, ходом hg3, очень неожиданно для черных это было. В ответ
Черная тоже для того, чтобы спастись, провели жертву шашки, отдали и пошли. Вот, и партия закончилась в ничью. Теперь я вам предлагаю решить самостоятельно несколько позиций. Во всех из этих позиций белые с помощью жертвы шашки добиваются победы. Итак, позиция номер один. Это позиция номер два. Белые с помощью жертвы шашки добиваются победы. Вот позиция номер три. С помощью жертвы шашки белые осуществляют прорыв и добиваются победы. Надеюсь, вам понравится ее решать. Следующая позиция тоже на тему жертвы. Позиция номер 4. С помощью жертвы шашки белые добиваются победы. И последняя, пятая позиция, в которой надо найти жертву шашки для того, чтобы выиграть. Я надеюсь, вы напишете ваше решение под этим видео и с удовольствием узнаете, как проводить жертву во время своих партий, и вам это понравится. И в конце этого видео я хотел бы привести небольшую партию для того, чтобы показать, как жертвы встречаются в партиях. Итак, смотрите. Разыгрывается дебют игра Бадянского. Белые делают ход АБ2, пытаясь поставить черное, в ответ делают провокационный ход HG5. Позиционно этот ход не так интересен. Почему? Потому что белые могут просто, видите, занять коловое поле и иметь прекрасную позицию. Но с точки зрения ловушки, поверну доску, этот ход направлен на то, чтобы белые попробовали напасть. Нападение это проигрывает. Смотрите, что произойдет. Итак, белые напали. Черные смотрят на слабости соперника. Да, в данном случае на шашку b2. Да, и осуществляют жертву. Видите? Теперь им надо каким-то образом добраться до шашки c3. Но пойти fe5 они не могут. Последует размен. И белые вырываются. Да? Поэтому следующий этап. Да, одну шашку мы уже отдали. Черные жертвуют еще одну шашку. Видите, шашкой c3 бить нельзя. Черные побьют просто в дамке. Белым надо сбивать в эту сторону. И теперь следует тихий ход. Смотрите, черные отдали две шашки для того, чтобы надавить на слабость поля b2. Выбить шашку c3 и попасть в дамки. И теперь на любой ответ белых у них нет ходов, чтобы не дать взорвать поле c3. Например, d3, следует подрыв, черные оказались в дамках. То же самое после fe3. После fg3 или hg3 следует подрыв в другую сторону, и опять черные оказались в дамках. Отдача шашки ни к чему не приводит, потому что черные просто сбивают и сейчас бьют по полю c3. Вот такой вот пример, как жертвой шашки можно уже в начале партии, видите, после ошибочного хода gf4, добиться, то есть одна жертва, вторая жертва. Видите, теперь слабости белых, а именно слабое поле c3 и шашка на поле b2 приводят к тому, что белые эту позицию проигрывают. Спастись невозможно. В конце видео я хочу пожелать вам всем удачи. Смотрите наш канал, подписывайтесь, играйте в шашки, получайте удовольствие. Всего доброго.